он, коралл нету реально вообще. Рыбки просто... там еще пару заблудились, но коралл нету. То есть просто понтон не достроен до туда, да, до рифа? Риф он есть, но дальше. Риф да? он есть, но дальше, но да, там открытое море, там в любом случае нельзя туда достраивать. Соседний отель Sea Beach достроил, но все равно он его перекрыл, закрыл всеми цепями на том же уровне, как и у нас. То есть толку, что он его достроил до рифа, как бы никакого, все равно туда никто никого не пускает. Там течение сильное. Там открытое море, там баржи ходят, туда как бы, ну, по безопасности даже. Нет. Местный корт бесплатно есть. Дайвинг-центр платно, и кейтсерфинг, самая большая станция в Шарм-эль-Шейхе есть. Кейтсерфинг и виндсерфинг, вот эти, которые парашютики с этими... Платно. Платно, вы поняли? Да. Вы поняли. Я просто не этот самый, не экстремал по этому. Я так поняла, мы тут в этот день корпус идем. Мы идем в Роман. Обычный термин. Вот уже с вами мои девочки. Так, второй. А, это просто хороший, приятный номер. Хороший, приятный номер. Большой, хороший балкон. Лоджия. С видом на пляж. Да, у Булью, они на втором этаже, но как бы лучше не выходить со второго этажа на бассейн. Мне почему-то кажется, что это чревато. Ой, вы что-то пару номеров есть. Стандартов не знаю. Не-не-не, я не знаю.